Всем привет! Рада вас видеть на нашем канале Be Happy. Будьте счастливее! Я только что написала новое стихотворение, оно очень быстро родилось, легли строчки на бумагу, и я решила сразу записать видео, не откладывая далеко в ящик. Называется оно «Какая сущность в тебе живет?» Какая сущность в тебе живет? Гневный тролль или ангел с белым крылом? Может, ящерица, которая вечно поет? Сумасшедший алхимик, создавший новый геном? Иногда ощущаю, что я и не я. Будто новая грань просочилась на явь. Вот так раз и запустишь бумерангом добра, порубив неприятности, зло и напасть. Удивляюсь, как множество лиц и ролей, называю субличности их за глаза, позволяют раскрываться душам людей. Многомерность, как признак жизни сполна. Живите разными своими гранями. Где-то мы можем быть домашней белой пушистой кошечкой, а где-то быть сумасшедшим чертиком таким, который позволяет себе творить просто что-то неимоверное. Писать стихи, подрываясь ночью, или гулять босиком по лужам. Так что будьте разными, позволяйте себе эту такую классную многомерность. Я вас обнимаю и люблю. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал, делитесь комментариями своими. Это очень важно, получать обратную связь. Спасибо вам большое. Я вас люблю. Пока.